Добрый день, здравствуй, страна. Сегодня 20 мая 2023 года. Мы находимся в городе Кировск Ленинградской области, а точнее в садоводстве в Кировском районе, которое называется Колпинец-2. Итак, у нас сегодня очень важная тема будет подниматься. И эта тема о что такое СНТ, что такое садоводство, и чем они вообще занимаются, на каком основании берут плату, ну и так далее. Итак, мы начинаем. Я председатель СНТ Колпинец, Илюхина Марина Владимировна. А вы кто? Марина Владимировна. Да. Меня зовут Татьяна Александровна Царева. Мы приехали пообщаться с вами по поводу вашего юридического лица. Татьяна. У нас есть выписка на ваше... Так, вы председатель какого садоводства? Царева. Так. Вы председатель какого садоводства? СНТ Колпинец. Колпинец. А это что находится? СНТ Колпинец. Колпинец 2? Нет, Колпинец 1. Колпинец, СНТ Колпинец, юридическое лицо. А у вас здесь вот информация? По Колпинцу 2, председатель Старухина. Что это? Старухина нет сейчас. Но была же. Колпинец 2 вообще есть или нет? Нет, Колпинец 2 нет. Значит, это опечатка с прошлого года. А что ж висит она там, опечатка? Пришел, берем. А до этого был Колпинец 2 и были сборы. Колпинец... Юридическое лицо Колпинец. Колпинец. Да. СНТ Колпинец. Колпинца 2 нет как такового, да? Угу. Потому что было до этого лоза. Мы пошли дальше. Так, скажите, пожалуйста, каким образом вы учредились, каким образом вы появились здесь? СНТ Колпинец появился в 68 году на основании постановления, распоряжения правительства Ленинградской области. У вас есть документы сейчас? Конечно. У меня есть документы. По запросу, пожалуйста. Значит, еще раз. В 1968 году. Да, образовалась СНТ Колпинец. Понятно. То есть тогда у нас еще был Союз Советских Социалистических Республик. Mm-hmm. Далее, очень хорошо. А каким образом тогда вы получили право здесь вот организовать свое юридическое лицо? У вас есть акты передачи балансов? Выделение земельных, двух земельных контуров, которые были осуществлены в 68 году, есть на это все постановления, распоряжения администрации. Нет, у вас есть? Есть. Можно ознакомиться? Можно. Хорошо, мы ознакомимся. У нас есть ответ, что ничего с баланса СССР на баланс Российской Федерации ничего не передавалось. Есть ответ официальный. Вы можете сделать запрос, и официально вам... Подождите, все запросы сделаны, все ответы есть. У каждого юридического лица должно быть обособленное имущество. Оно у вас есть? Вот вы вошли как юрлицо. Где ваше обособленное имущество, вот кроме этой времянки? Земля вообще отдана в вечное пользование народу. Как это вы учредились и сидите, и ведете коммерческую деятельность? Как остальные СНТ? Мы сейчас не про остальные. Мы про это говорим, да? Про ваше. Какой вид экономической деятельности вам разрешен? Я предлагаю вам... Я понимаю, что вы подготовились ко встрече, но вы пришли на заседание правления, которое осуществляется для людей. Я здесь являюсь членом садоводства. На полном праве я имею право задавать вопросы, прежде чем вам какие-то взносы платить. Я хочу узнать, кто вы и на каком основании вы собираете эти деньги. А вы кто? А я член садоводства. А вы можете представиться? Людмила Павловна Грошева. Людмила Павловна Грошева. Это тот, который не платишь. На которую уже три раза вы подаете иски в суд. Не имея договора со мной. На каком основании вы тут сидите? Ну и так, пошли по акведу. У вас управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Договор с Людмилой Павловной у вас есть? У нас
в садоводстве, мы действуем на основании, да, на основании устава. Я честно вам хочу сказать, что вы подготовились. Подождите, я отвечу на все вопросы. За вознаграждение. Замечательно. Значит, я приглашу юриста. И мы с вами переговорим. Не надо нам никакого юриста. Почему это не надо? Вы сейчас, мы уже все подготовились. Вы подготовились. Подождите, чтобы вступить со мной в правовые гражданские отношения, вы должны заключить договор. Это все написано в Акведе. Вы со мной заключили договор? Я еще раз объясняю, что по 217-му федеральному закону я не обязана с вами заключать договор, так же, как и вы со мной. Неправы. Вы юрлицо. Чтобы вступить со мной в гражданско-правовые отношения, у вас должен быть договор. Нет договора, значит, только добровольные пожертвования. А вы эти добровольные пожертвования выколачиваете через суд. То есть вы будете ездить по нашим дорогам. Это не ваши дороги. По дорогам СНТ. Пусть говорит. Да, замечательно. Говорите. Я не буду говорить вообще. Это территория СССР, как была, так и есть. Отлично. Да. А вы тут позиционируете себя гражданкой Российской Федерации. Я так понимаю. Вы гражданка Российской Федерации. Нет. Так, а кто электроэнергию выписал? Я не буду отвечать на ваши вопросы. Но у вас почему выписки? Не хотите отвечать? Выписки написаны. Я еще раз объясняю. У нас есть юрист, который ведет. Юрист за вас будет отвечать. А вы кто? А вы кто? Мы вам вопрос задали. Нет, а я вам задаю вопрос. А вы кто? В данном случае председатель СНТ Кулбинев. Вот хорошо. Как. А вы кто? Я так и не услышала ваши фамилии, имя, отчество. Пожалуйста. Человек. А мы все являемся народным советом местного самоуправления нашего Кировского района. Земля принадлежит Кировскому району. Вам она не передавалась. Вы собираете налоги на землю, все налоги давно отменены, вы даже этого не знаете. И самое интересное, вот вы якобы платите налоги, куда, в чей бюджет? Налоговую инспекцию Кировского района мы оплачиваем. Ну понятно, какого государства? Российской Федерации? Вы не можете ответить? Доставай документики. Да, ну не знаю, будем просвещать. Просто хочу сразу предупредить. Я веду канал. Видеопротокол? Да, видеопротокол. И нас смотрит ФСБ. Итак, Российская Федерация, правительство Российской Федерации закрыто с 1 января 2018 года, а с 1 марта этого года зарегистрировано на сайте английской королевы. То есть в финансовом интересе вы работаете именно этого государства. Дальше. Вся информация, что такое ПММН, она вам пригодится. Поизучайте. Так. А это постановление коллегии народных судей СССР за 2019 год. Здесь Российской Федерации. Это торговая компания, которая за 25 лет она управляла нашей территорией. Ей вынесен приговор. А это статьи 64 «Измена Родине» и 65 «Шантаж». Вы незаконно используете наши персональные... Да, шпионаж. То, что вы используете личные персональные данные каждого члена садоводства без нашего согласия, мы не давали согласия. Штампуете какие-то иски в суды и через нашу голову туда передаете это все. Вопрос такой, на каком основании вы берете с людей за электрическую энергию? На каком основании? Я не буду отвечать на ваши вопросы. Ну хорошо, почему не хотите? За воду, за электроэнергию. На каком основании? Почему не хотите ответить-то? Какие-то взносы берете? У вас договора есть с этими компаниями? Во-первых, у вас должен быть договор с администрацией, с комитетом финансов. Там есть отдельно комитет, работающий по садоводству. Все абсолютно оплачивается через казначейство, а вы делаете вторичный сбор денег, точно так же, как все управляющие компании по ЖКХ. Все уже известно, документы все распечатаны. То есть вы все эти годы занимаетесь незаконной предпринимательской деятельностью и личным обогащением, используя наши личные персональные данные. Вот у меня документ вот такой называется. Предостережение о персональной ответственности за участие в антисоветской деятельности. Будете подписывать документ? Ознакомитесь с ним? Ну, 64, 65. Наша задача... Небольшой документ, 4 странички. Будете подписывать его?
Наша чтобы задача... Чтобы вас предупредили, что вы ведете да, чтобы известили вас, уведомили. Вы, да. Вы можете вот сюда же мне его положить. Да, нет, может быть, вы и не знали, его. Да. Наша задача уведомить вас, потому что, когда придет время отвечать, вы уже не сможете уже сказать, что вы об этом не знали. Угу. Понимаете, вы же такие же граждане СССР. Хорошо, хорошо. Но денежки вы любите, конечно, вы будете зубами за это держаться, а отвечать придется. Все, что вы незаконно с людей удерживали, через суды, все будете возвращать. Не только я. Мы сейчас не будем их пугать. Что мы еще хотели сказать? Правду вы сказали, да? На какой расчетный счет поступают деньги? А, вот самое главное, дайте нам квитанцию. Куда платить? Они тоже, наверное, не знают, да, про расчетные счета? Ну, может быть, знаете. Ну, квитанцию-то нам дайте. Они же с кем-то вступили в преступное... Расчетный счет транзитный, да. Иностранный, через который идет отмывание денег и вывод денег из страны. Это все люди показывают. Они вот улыбаются, ничего не понимают. Ну ничего, вы нас еще будете благодарить за эту информацию. Это же касается и вас. Вы же наверняка платите ЖКХ, налоги, штрафы. А куда вы платите? Квитанцию выпишите. Да, у нас на YouTube канал Константин Александрович. Там вся информация. Этот ролик сегодня тоже будет. Очень хочу. Да, я очень хочу квитанцию. Куда мы должны платить? Потом сделаем распечатку для них. Так что вы поняли, что вас принуждают. Счетчик на воду. Это добровольные взносы. Хотим платить. Вода у нас бесплатно. Вся электроэнергия безоплатно идет. Все оплачено через казначейство с наших СНИЛСов и с наших личных счетов. У каждого открыт счет в казначействе, где аккумулируются очень большие средства. Администрация таким образом через ваше садоводство пополняет свой бюджет. Поэтому вы и будете дружить с администрацией. Договор-то у вас есть с администрацией Кировского района? Они тоже подготовленные. Ну, мы знаем цену этих договоров. Все юридические лица общаются между собой. Вы как юрлицо заключили с администрацией юрлицом, деньги перечислены через казначейство. Вы второй раз собираете с людей деньги. На каждого члена садоводства точно так же на персональные данные открыть счет. Квитанцию жду. А выписка у тебя, да? Нет, я она тебе уже не нужна? Нет, я тебе дам, да. А как канал ваш называется? Константин Александрович. Там такая аватарочка, белый ягуар. Да, забираю, только не все там мои. Да. Я говорю, девушки, вы еще нас поблагодарите за эту информацию. Что все вы эти годы платили, вам должны все эти деньги возвращать. Вот то, что вы платили за ЖКХ и вообще все выплаты. С 91-го года. С 91-го года, 25 декабря. Да, когда сказали, типа, Советский Союз. Распался он, никуда не распался. Никуда не распался, он был уже. Здесь и сейчас территория СССР. И сейчас идет активное восстановление органов управления. Так что вот, мы как Народный совет местного самоуправления. Это единственная квитанция, да? Да. Остальное потом, да? Остальное потом, да. Даже электричество я сейчас вам принесла. У вас все расчетные счета отдельно, да? Электричество, это вот... А электричество вы сейчас даете, да? Или вот это? Вот это электричество. Ага, все тогда, да? А не хотите с нами остаться, да? Ну, не хочу. Не хотите, да? Бабушка испугалась информации. Так, а на что я должна сейчас? Я не знаю, что там... А нет, а все такие есть у вас расчетные счета, вот на которые вы собираете взносы? Конечно, у нас же открытые расчетные счета. У людей уполне есть какие-нибудь задолженности? Нет, ну то, что вы кредиторы, задолженности это у вас. По суду же высчитывают судебные приставы. А, угу. А кто какие судебные приставы? Так.
Мне просто нужен вот счет расчетный, на который... Вам реквизиты нужно просто? Да, реквизиты. Просто реквизиты. Причем все, вот на куда электричество идет. А, ну давайте, да, я вам дам квитанцию, да. Потому что сейчас как мы будем общаться, с вас высчитывают судебные приставы, да? Это понятно, мне вот. Просто нужно знать расчетный. А квитанцию давайте я вам дам, вот где будет реквизит нашего. Да, квитанции. Да, у вас он один. Она будет сейчас пустой, без ваших сумм, без это всего. Понятно, у вас один. Мы вам дадим квитанцию, вы там все увидите. Да, да. Давайте, ага. Но имейте в виду, это транзитный офшорный счет, к нему подвязаны другие счета, через которые идет конвертация 1:1000. Вы платите 1000, с вашего счета снимается миллион по курсу 810, советский золотой рубль. Ну, я думаю, кое-что вы, наверное, знаете, я вижу по вашему лицу, просто вас устраивает ваша должность и кормушечка вот эта. Очень хорошая кормушка. Почему, интересно, у людей складываются сразу щенки, кормушечки? А как же? Ну, каждый по себе же судит. Юридическое каждый лицо? Каждый судит по себе. Нет, юридическое лицо – это всегда коммерческая деятельность, извлечение прибыли. У нас не коммерческое, у нас нет извлечения прибыли. У нас есть членские взносы, на которые вот существует садоводство. Нет у нас прибыли, доходов. А на что же вы тогда живете здесь, зарплату платите, у вас штат расширился? У нас существует только членский взнос, на что мы и живем. Ремонтируют дороги, водопроводы. Наталья Олеговна. Мы все, почитали, мы там все сфотографировали. Молодцы. На что вы собираете? Вот лично я не заказывала этих услуг. Не заказывала. Зачем вы мне навязываете это? Договора нет. Все, я могу только делать добровольные пожертвования. Мне что-то понравилось, что вы сделали, я это оплатила. Но выбивать через суд – это принуждение. Так, ладно, значит, сейчас вам там все. А как вас зовут, вот это бухгалтер? Наталья Олеговна. А здесь, да, фамилия, имя, отчество, а председатель, сейчас скажу, Илюхина Марина Владимировна, она имеет отношение к юрлицу Колпинец, а Колпинец 2 это вообще... Дьяконова Наталья Ильинична. Ага, он Сбербанк телефон, России, да. Понятное дело. Угу. Смотрим расчетный счет, понятно, вот он, код 810. Ага, код 810. И на первой цифры 40-70. Да, снимаю. 407, они же не знают даже этого. Отмывание денег. Тут же. Да, угу. Это называется отмывание денег. Дима, посмотри. Да, они не знают об этом. Чем наша задача была все принести, распечатать. Надо инкассовое поручение было принести и все показать. Ну, женщины не знают. Не знают, да. Я думаю, что не знают. Все. Благодарим, что нас выслушали. Скоро будет закончено, да. А вы пойдете в места не столь, да. 64-65. Именно с сегодняшнего дня мы поднимаем очень важную тему по всей стране, которая касается всех, кто имеет земельные участки, дачи, находится в садоводствах, так называемых СНТ, садоводческое некоммерческое товарищество. На самом деле все они юридические лица и занимаются извлечением прибыли, хотя они утверждают, что они некоммерческая организация. Каждое юридическое лицо должно иметь обособленное имущество. Но этого имущества у них нет. Вот в нашем садоводстве Колпинец из имущества у них всего лишь вот эта времяночка, где они ведут прием граждан по сбору денег. А на самом деле даже на эту времянку бытовку с каждого члена садоводства собирали по 1000. Но я думаю, ей красная цена 50 000, а у нас садоводов очень много. Итак, я хочу прокомментировать документы, которые мы оставили для ознакомления председателю садоводства Колпинец, гражданке Илюхиной. Значит, мы оставили такую информацию. Мы задали вопрос, а от какого государства вы вообще ведете свою коммерческую деятельность на нашей территории СССР? Кто вам разрешил вообще учреждать это юрлицо и заниматься коммерцией? Должен быть межгосударственный договор между органами СССР и Российской Федерации. Такого договора нет. Сама Российская Федерация – это торговая корпорация. Она закрыта с 1 января 2018 года. Получается, что уже шестой год они продолжают свою незаконную коммерческую деятельность
и, используя наши личные персональные данные, лично обогащаются. На самом деле юридическое лицо должно заключать договор с администрацией города Кировска, потому что эти земли относятся к Кировскому району, вот наша СНТ. Колпинец относится к землям Кировского района. Между собой юридические лица должны общаться, вести все расчеты, заключать договора и контракты. И через казначейство все идет, вернее, все оплачивается. А они по второму разу, как и все управляющие компании, которые за ЖКХ хотят с нас денег, уже второй раз собирают денежки. Итак, первый документ, который мы им распечатали, чтобы они ознакомились, чтобы в дальнейшем они не говорили, что мы не знали, ай-яй-яй, мы только об этом первый раз услышали, что из себя представляет правительство Российской Федерации. Оно зарегистрировано на сайте английской королевы и всего лишь на один год. Регистрация произошла 1 марта 2023 года. Через год правительство Российской Федерации должно отчитаться перед своими хозяевами, которые находятся в Англии. То есть они все работают в финансовом интересе именно Англии. Как это понимать? То есть все деньги, которые граждане оплачивают на расчетные счета, отмываются и выводятся из страны. Они являются соучастниками экономического преступления в особо крупных размерах. Вот об этом мы их предупредили. Следующий документ, который мы распечатали, вся информация по ИНН, индивидуальный налоговый номер, для чего он присваивался всем гражданам СССР, всем организациям, всем предприятиям и всем юридическим лицам. Именно через ИНН идет конвертация и вывод денег из страны. Конвертация – это бизнес, потому что разница в кодах валют в 1000 раз. Если вы заплатили 5000 билетов Банка России, то с вашего счета списывается 5 миллионов советских золотых рублей. Третий документ, который мы им оставили, это постановление коллегии народных судей Союза Советских Социалистических Республик. Это постановление было вынесено 4 сентября 2019 года, производство номер С-177/19. Итак, коллегия народных судей установила, что о фактах тяжких преступлений юридическим лицом коммерческой фирмой Российской Федерации в скобочках России против советского человека и гражданина в нарушении международных норм Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 10 декабря 1948 года. Здесь подробно расписано, какой финансовый геноцид идет все эти годы, 30 лет, на территории нашей страны, Союза Советских Социалистических Республик. И постановила... признать юридическое лицо, коммерческую организацию Российской Федерации, в скобочках Россия, террористической организацией, Международным банком осуществить блокировку всех счетов Российской Федерации, в скобочках России, а Международному суду возбудить дело в отношении Российской Федерации России в применении действий геноцида исконных коренных народов граждан СССР, проживающих на территории Союза Советских Социалистических Республик, согласно статье 36 Статута Международного суда ООН. И в силу декларации основных принципов правосудия для жертв все советские граждане признаются жертвами преступления, признать жертвами всех граждан СССР, пострадавших от деяний террористической организации Российской Федерации, в скобочках Россия, с требованием возмещения ущерба. Это третий документ. Ну и вишенка на торте, чтобы они знали, что мы их уведомили должным образом, известили, сделали видеопротокол, что за это грозит. Все, кто участвовал вот в этом экономическом преступлении в особо крупных размерах,
против граждан СССР, против нашей страны, которая все эти годы просто шло тотальное разграбление и вывоз всего, что находится на нашей территории. Статья 64 «Измена Родине» УК РСФСР. Это им для изучения. И статья 65 «Шпионаж». Что подразумевается под шпионажем? Все они используют наши личные персональные данные для своего обогащения и передают иностранному государству туда, где они зарегистрированы, или агентурных сведений, составляющих государственную или военную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб интересам СССР. А ущерб СССР нанесен колоссальный. Теперь придется восстанавливать нашу страну. Вот такие документы мы им оставили на столе для ознакомления. Пусть изучают, вникают и потом не говорят, что они не знали, в каком преступлении они все участвовали все эти годы. Итак, мы продолжаем. Сейчас мы находимся в садоводстве, которое называется «Липкие». Смотрите, как приятно. Флаг СССР. Итак, проходим вовнутрь. Елена Николаевна. Не одна ваша должность какая? Я специалист по начислению взносов. Специалист по начислению взносов. Понятно. А у вас начальником сейчас кто является? Уваров Алексей Алексеевич. Угу, все правильно. Это единственный человек, который имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица. У вас есть доверенность? Нет. А почему вы не представились вообще? Кто вы? Я Татьяна Александровна. А с какой организации должны представиться вообще? На каком основании допрос у вас? Я участник здесь вот. Она член садоводства. Садоводства. А вы член садоводства? Да, да. И еще народный контроль Кировского района. Ну хорошо. Так что вот так. Вот у вас есть доверенность от Уварова? Она что? Ну, на полномочия на ваши. У меня полномочия начислять взносы, принимать оплаты. У вас доверенность должна быть. На общение с третьими лицами. На общение с третьими лицами. Нет доверенности. Ну, вы так у меня нет доверенности. Ну, да, вы говорите. Нет доверенности, конечно, нет. Скажите, пожалуйста, а вот как вы образовались как юридическое лицо? Кто вас образовал? Вы в курсе? Нет, я не в курсе. Не в курсе. Меня это вообще не касается. А у вас не касается, да? Только деньги собирать касается? А КВЭД у вас какой? Что? ОКВЭД. Основной вид деятельности экономический. А мы не ведем коммерческую деятельность. Ну как же не ведете? Вы с чем пришли? Хорошо. Скажите, пожалуйста. Вы, значит, вы от меня что хотите? Сейчас, у меня люди сидят для того, чтобы заплатить. Да, заплатить. Да, я тоже хочу заплатить, только я хочу выяснить, за что кому, должна заплатить да, кому? И кому. Да. Так, значит, у вас лицензии есть какие-то? У меня нет. Ничего нет, да? То есть да. Ничего нет. На каком основании вы берете плату за электроэнергию? Договор у вас есть? Договор конечно, с кем? Есть. С кем? А с администрацией договор? С администрацией? С Кировской администрацией. Но балансодержателем вот этой земли Кировского района является администрация города Кировска. Вы извините, пожалуйста. Я не настолько юридически подкована. Если вас так волнуют эти вопросы, ну, пожалуйста, в письменном виде. А мы уже пришли. Какой письменный вид? Нет. Ну, она хочет если заплатить. Если вы пришли, значит, пожалуйста, она напишите, пришла что заплатить. Вы... Она хочет знать, кому и куда она платит. Так что квитанцию выпишите, пожалуйста. Мы хотим увидеть расчетный счет, куда будут перечисляться деньги. Пожалуйста, выпишите квитанцию. Она не по телефону будет платить, а на бумажном носителе. Квитанцию я могу распечатать исключительно дома на принтере. У меня принтер с собой здесь. А как ну, сейчас номер-то деньги знаете? Люди вам носят? Ну, номер-то добровольно. У вас есть? Добровольно? Принудительно. Понятно. Нет, мы носим, у нас мы оплачиваем через QR-код. Понятно, нет. И, я не товар, я через QR-код не буду платить. Не а расчетный счет нам предоставьте тогда на какой-то день. Ну, у вас на есть? Сайте вся информация на сайте. Ну, есть. Нет, нет, на сайте у меня сайта нет, я пришла сюда. Да, все, сейчас. Пожалуйста. Как у вас сайта нет, если вы организация и у вас, соответственно, все в электронном виде. Ну, мы хотим нас на бумажном сейчас носителе, всех туда гонят, да? В этот электронный именно концлагерь. Именно на бумажном носителе. Так, Людмила ценится. Павловна. Угу. Смотрим. Расчетный счет 810-й. Да? Так, подожди.
Ну да, вот он. Ну, 40-70. 810. Здесь указывается код золотого советского рубля. Да, то же самое, да. Нет, я не в курсе, я не интересуюсь. Понятно. Она не знает про это. Вы знаете. Так, а почему вы на каком основании берете какие-то взносы членские? За что берете? За деньги. За что? Как вы? На основании решения. Общего решения, общего собрания. Юридически какой? Какие у них полномочия общего собрания? Еще раз прошу вас. Если у вас такие глубокие познания, если вас волнуют такие глубокие вопросы юридические... Все понятно. Значит, мы вам ставим известность, что вы ведете незаконную коммерческую деятельность. От какого государства, да, вы ведете? Да, юридическое лицо? От какого государства? От какого государства? Ну, хорошо. Мы просто хотим вас извести и уведомить. Вот, уведомляйте, да, пожалуйста. Там обязательно передам правлению. Да. Непременно. Она просто исполняет обязанности. Да, мы еще значит, правление. Правительство вот, Российской Федерации зарегистрировано только на один год на сайте английской королевы. Это юридическое лицо, коммерческая организация. С это не государство. С 1 марта 2023 года. До этого Российская Федерация была закрыта 1 марта 2018 года. Поэтому уже вы меня в числах просто уже запутали. Поэтому, у меня уже просто волосы дыбом встают. Шестой год ваша СНТ занимается незаконной коммерческой деятельностью. Ну, хорошо. Просто, чтобы вы знали. Да. Хорошо, спасибо за информацию. Вот это вам пригодится, вам, членам семьи и вашим друзьям. Что такое ИНН, индивидуальный налоговый номер, который был присвоен всем гражданам СССР? И как идет конвертация через налоги, через сборы, ЖКХ? То есть, и вот этот документ. Значит, коллегия народных судей Союза Советских Социалистических Республик еще в 2019 году, 4 сентября, вынесла решение по поводу торговой компании. Очень ценные документы. Да. Очень. Я обязательно ознакомлюсь. Да. А почему мы вас знакомим? Вы должны представлять, что вы здесь. Да, мы же не хотим, чтобы наши граждане по незнанию попали под эти две статьи. Хорошо. Статья 64, измена судей. И статья 65 «Шпионаж», используя наши личные персональные данные, передавая иностранным агентам. Потому что правительство Российской Федерации зарегистрировано в Англии. То есть все юридические лица работают в финансовом интересе именно той страны. Разница в деньгах. Вы хотите подписать такой документ? Нет, я ничего подписывать не буду. Я буду знакомиться с документами тщательно, внимательно. Вам это понравится, что хорошо. Наша страна была под оккупацией. Да. Сейчас она это сейчас оккупация. Есть, да? Ну, сейчас восстанавливается. Да, восстанавливаются органы власти да. СССР. А вот вы там. Все равно уже трудитесь? Очень давно. Давно, да? То есть вы уже заработали себе очень много, да? Я большой срок уже себе заработала. Да, не, да. Но человек не знал, понимаешь? Там же написано «смягчающие обстоятельства» по 64 статье. А когда человека уведомили, известили, он уже будет делать выводы. На эту ну все, благодаря. Благодарим, что выслушали. Всего доброго. Сейчас я хочу обратиться к нашим дорогим садоводам, которые любят свою землю и много лет работают на своих дачах. Вот сейчас мы побывали во втором садоводстве. Это находится в Шлиссельбурге, садоводческое некоммерческое товарищество «Липки». Пообщались, рассказали, что происходит на самом деле. Поэтому я обращаюсь ко всем активным, осознанным, грамотным членам садоводства. Идите, задавайте вопросы, на каком основании с вас собирают деньги, ведут незаконную коммерческую деятельность на нашей земле, СССР. С баланса СССР на баланс Российской Федерации ничего не передавалось. Как можно передать народную государственную собственность в магазин? Ведь Российская Федерация – это всего лишь торговая корпорация, которая 25 лет управляла территорией нашей страны. И с 1 января 2018 года она закрыта. Значит, на протяжении уже 6 лет все эти правления, так называемые в садоводствах, делают незаконные поборы с граждан. На самом деле это добровольные пожертвования. Мы можем делать эти пожертвования, а можем не делать.
конкретно за проделанную работу, а нам выставляют какие-то членские взносы, целевые взносы. Во-первых, водоканал, газ, электричество – все это оплачивается с наших счетов. Юридические лица в лице СНТ заключали договора с местной администрацией Кировской, так как именно они являются балансодержателем этой земли, только балансодержателем, и все, что находится на этой земле, все коммуникации, то есть ЛЭПы, водоканалы, газ – это все народное имущество, которое не передавалось. Они всего лишь взяли это в оперативное управление и должны всех нас, граждан СССР, обслуживать безоплатно, так как с наших счетов абсолютно все оплачивается. Поэтому учитесь задавать вопросы, думать и разбираться в этих юридических вопросах. Но на самом деле органы СССР уже восстанавливаются по всей стране. Поэтому мы уведомили и известили СНТ «Липки», что они ведут незаконную коммерческую деятельность и участвуют в экономическом преступлении в особо крупных размерах, так как все деньги через транзитные иностранные счета отмываются и выводятся в офшоры из нашей страны. Думайте, действуйте. Мы вам желаем удачи в этом нелегком труде. Благодарю.